давай, давай, снимай. Там пришел еще один лев. Они между собой часто дерутся. Какой-то лев зашел на его территорию, он проверяет свой, чужой. Часто? Вот это вот сейчас происходит? Да. Да не, иди, иди, вот туда вот под елочку, вот туда влево иди. Снимай, под елочку не страшно, давай, снимай, иди. Иди, иди дальше, впереди, сними его, выражение глаз. Давай, 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 давай. Давай, не бойся, не бойся, даже если по курсу будешь стоять, не бойся. Главное не оказаться, когда два льва встречаются. Когда тебе случайно вот. Снимай, снимай оттуда, не бойся. Кто там идет? Это уже не сюжет Первого канала. Это уже съемки по принципу Animal Planet. Жизнь львов в саванне. А, вон он. Я вижу. А, молодой лев. Яр, иди сюда, хочешь? Давай, давай, по тропинке, по львиной. А, Витя пришел. Иди сюда. Ян, мы от съемок банального сюжета в суде перешли к съемкам полнометражного кино по принципу Animal Planet, жизнь львов в саванне. Максим уже вошел в роль. Да, он просто, ну, вот, посмотрите, он снимает классно. А вот молодой лев пришел, у него свою телефонную, он там видит. Вон он, там Витя. Конечно. И сейчас, если кто-то не уйдет, будет драка. Да, круто, конечно. Ну вот где такое возможно, скажите? Специально поесть в Африку и попробую вот так между львами походить, дерущимися там и стерегущими свою территорию. Всего этого может не быть. Ребят, это долго, поедем.